Ребят, смотрите. Все. Даже не думай об этом. Почему? Это злоупотребление власти. Ты будешь снят. Все. 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 Кто пинговал всех? Ральф. Это был Белуга. Прочитай сообщение в общем чате. Я Овнер. У меня нет времени читать чат. Это был определенно Ральф. Это был не я! Клянешься? Да! Клянусь! Клятвы против правил, которых ты, очевидно, не знаешь! Что? Снят! Привет! Привет, детка! Добро пожаловать на сервер! Позволь показать тебе окрестности. Ты мод? Нет, но я здесь уже 13 лет, и я знаю это место лучше, чем кто-либо. Я могу показать тебе. Ю. Мяу. Помоги мне. А? Прошло уже 3 минуты, без мода. Я не думаю, что могу сделать это. Очень жаль. Не следовало нарушать правила. Это была твоя вина! Я был рожден для этой работы! Пожалуйста, можешь меня повысить до мода? Это злоупотребление властью. Как насчет такого? Если ты дашь мне мод, я открою тебе свой секрет. Какой секрет? Готов? Да. Отлично. Я собираюсь показать тебе, как получить номер любой девушки за 10 секунд. А? Кексик. А? Как называется фальшивый постер? Мне пофиг. Отстань. Импостер. Это было не смешно. А теперь не мог бы ты прекратить? Ладенько, я модератор здесь. Не заставляй мутить тебя. Сделай это. Мне все равно. Мут, кексик, неуважение к персоналу. Ты можешь разжаловать свой мут здесь. Почему вы были замучены? Неуважение к персоналу. Ты сделаешь это снова? Где? Номер телефона. И теперь мы напишем ей. Привет, кексик. Это Ральф из Дискорда. Я рассматриваю твою апелляцию на мут. А? Откуда у тебя мой номер? Сила мода. Не. Хочешь на видеозвонок? Конечно. Суньцзы.